Друзья, всем привет! Сегодня мы вместе с Яриком идем в клинику, там, где лечат зубки именно собакам. В общем, хочу показать ее зубик. Он выходит немного неровно, вот, а это очень важно для выставок. Поэтому нашла клинику, которая именно специализируется по собачьим зубам. И вот решили съездить туда. Поедем мы на автобусе. Едем. Яра в окошечко смотрит. Приехали на Канам. Те, кто увлекается Кореей, те знают, что Канам — это самое популярное место в Сеуле. Недалеко здесь есть подземка, где продают одежду, и она очень длинная, около 2 станций. Также здесь очень много пластических клиник. Да, то, что на Канаме очень много специалистов, это я знаю. И, конечно, доверие больше. Ребят, посмотрите, какие красивые клумбы. Давно я на Канаме не была. Здесь очень много офисных, кстати, зданий тоже. В общем, огромный такой торговый центр. Обязательно, если будете в Сеуле, вы просто обязаны побыть на станции Канам. Смотрите, какие интересные помойки. Кстати, на полу есть плиты, где написано «не курить». Вот они, видите? На улице в Корее курить не принято, только в специальных отведенных местах. Ну и обратите внимание, везде стоят камеры. Ярик первый раз видит такую возню, ей очень интересно. Страшно тебе? Смотрите, кстати, друзья, еще есть такое предостережение. Аккуратно будьте с телефонами. Смотрите, блин, под ноги и вперед. Это вот для меня. Я иду, смотрю в телефон. Смотрите, здесь реконструкция здания идет. Специально сделали крыши, чтобы что-нибудь по голове не пролетело. И разукрасили дом. Вот такой вот граффити. Когда едешь в автобусе и смотришь на него, выглядит гораздо красивее. Нам нужен 13-й выход. Так как, наверное, я не сориентируюсь наверху, где этот выход находится, я спущусь в метро и уже в метро найду 13-й выход. Конечно, Ярик идет пешком для социализации. Так, о, а где 13-й выход? Где он? Так, ну и никто не сомневался, что я заблужусь. Мне, оказывается, нужна была не станция Канам, а станция Чондам. Пошла искать. Ну все, все хорошо. Лёшка мне сказал, куда идти. Сейчас я спущусь в метро, дойду до первого выхода и пересяду на другой автобус. Вот такой у меня иногда топографический кретинизм. Зато Яра молодец, не боится ничего. Ребят, а это знаменитая подземка Канам-Йок, на которой Миланка
покупала свои вещи. И видео отсюда я очень много снимала, поэтому напишу, поставлю подсказочку, обязательно посмотрите. Ух ты, смотрите, это собачья одежда. Ну, короче, здесь, конечно, не только и собачья, здесь вон и обуви куча, и одежды разной всякой. И здесь, между прочим, недорого, очень даже недорого. Ух ты, какой костюм классный мне на выставку. Офигеть. Да? Блин, но мы уже не успеем. Очень красивый костюмчик. С черной собачкой, да? Офигеть. Смотрите, бабушки захотели дать ей вкусняшку. Ух ты. Камсамнида. Говорит, к ним очень много приходит собачек, поэтому у нее всегда есть вкусняшка. Не, Роша. Аджигун анжанан го муллайо. Эгиле. Россиян той. 아, 한국이 없어요. 한국에 없는 것 같은데 이런 거 가지고. 나는 어머 여기가 이렇게 빵꾸 가라서 이거 자꾸 그래. 떨어지는구나 얘가 왜? 귀가 이렇게 된 것이 처음 봐. 아우 귀가 너무 이쁘지. 네. 아우 맛있다. 감사합니다. Так, ну все, нас вкусненько покормили. Ищем первый выход. Ну, конечно, бабки специально сказали, что 500 баксов стоит этот костюм. Я говорю, как же он может стоить 500 баксов, если он даже не бренд? Ну, иногда корейцы, конечно, видят русских и думают, что мы дурачки там и все такое. И поэтому говорят, очень дорого. Цветы продают, красота какая. Так, все, вот он первый выход. Идем туда и на автобус. Кстати, ребят, здесь недалеко от первого выхода Миланкина клиника, где мы ставили и брекеты. Так, а здесь остановка автобусная. По-моему, я промухала свой автобус. Ну, конечно, будем ждать следующий. На любой автобусной остановке пишут, во сколько придет следующий автобус и сколько ждать остальные. Мне нужен 146-й. Блин, 10 минут ждать. Лёшкин кот. Сели к окошечку. У кого такие ушки шикарные. Ну все, мы на месте. Теперь идем искать клинику. Капец, скажи, куда меня таскают, да? Да, скажи, куда я, скажи, непонятно, куда я. Ребята, а я тут иду в подземном переходе. Помните, мы здесь останавливались с Миланкой, когда мы с ней искали Outback, и ну, нам нужно было пройти по переходу на другую сторону. Мне кажется, что это он и есть. Ничего себе. Так, потрогаем. Искусственное. Пошли. Блин, ну как красиво, так оригинально сделано. Смотрите, а здесь полки с цветами. Интересно знать. Блин, настоящая. Но надо же, как красиво. Класс, да? Это капуста. Так, ну ладно. Ищем 13-й выход. Смотрите. А здесь такие искусственные фонтаны. Ну надо же. Так, по-моему,
мы дошли до места. Посмотрите, какой красивый дом. Здесь на первом этаже вон столики стоят. Наверное, здесь можно летом будет сидеть, кофеечек пить. Я, кстати, в этом районе не была. Ну, для меня обычно, конечно, все районы в Корее очень похожи. Ну, где, блин, больница-то? Я потом обратно домой как поеду? Да нет, ребятки, была я в этом районе, когда я работала в баре. Я работала прям вот напротив вот этого ресторана, где-то там. Ну надо же. Это корейский ресторан. Здесь продают суп из вот такой рыбы. Она называется бок. Как она называется по-русски, я не знаю. Что, пойдем? Как здесь красиво. Такие винтажные дома. Так, ну наконец-то мы нашли. Пойдем. Аккуратненько. Пойдем. Пошли. Приехали. Наконец-то. Куда идти-то? Сюда. Пойдем. Пока я жду доктора, смотрю, что здесь. Здесь специальные, чтобы собачки писали, пеленочки. И здесь находятся документы врачей. В Корее это обязательно. Здесь, смотрите, примеры щеток зубных для собачек. Также, кстати, вот эта паста. Мы тоже пользуемся этой пастой. В общем, всякое такое. Такая небольшая клиника. Очень чистенько все. Это, наверное, доктора. Смотрите, здесь есть весы. Ну-ка, иди. Заходи, Яра, иди сюда. Яра, иди сюда. Маленькая, ну-ка стой. Сальпа за сайо. О, байте сайо. Яра. 근데 이거는 위치를 빼줘야 돼요. 마취하고. 마취하고요? Ребят, вы представляете? У Яры зубки там два молочных не выпало, я не видела. 요거는 송건이는 치아 교정을 해서 조금 뒤로 보내볼 수 있어요. 아직 나이도 어리고 해서. 네. Ребят, ну в общем все, поговорила я с доктором. Оказывается, у Ярика есть два молочных зуба. Вот их надо будет вытирать. И ну их почистить зубки. И это пипец как дорого, я не ожидала. Поэтому попросилась немножечко подумать. Около почистить зубы, потом выдернуть эти два зуба. И немножечко там подрезать десну, 1 000 000 вон. Это очень дорого, очень. Поэтому я подумаю. В общем, едем домой и будем дальше думать. Потому что жалко собаку наркозить из-за того, что нужно сделать маленький разрезик. Вот, подрезик. У меня, блин, Лёше даже уздечку на языке подрезали без наркоза. Вот корейцы эти, блин, бояки. Ребят, всем привет еще раз. А я продолжаю искать
клинику, где Яре подрежут немножко десну. Вот зашла сейчас в другую клинику, мне сказали, что там этого делать не будут. Дали адрес другой. Я надеюсь, что я домой дорогу найду. Блин, где я? Надо вам было, когда я хожу, ищу клинику, влог снять про трущобы, а не специально ходить. Так, если, конечно, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Ёшкин кот. Не, ну реально, по идее, нужно уже все это сносить. Так, где я? Так, я тут. И куда-то прямо. Так, а прямо это куда? Прямо это туда, что ли? В общем, мне надо с горы спуститься вниз. Так. Блин. Ну, что я говорю? Реально пора это все сносить, потому что ужасные катакомбы. Блин, и такая вот аутентичная красота. Так, куда? Куда? Куда-то я, по-моему, не туда свернула, нет? Сюда? Офигеть! Офигеть! Вот как интересно знать, люди из таких мест выходят к метро или к автобусу. Вот тогда обрадуешься, что мы живем близко к остановкам. Ага. Так, вот выход к цивилизации. Вот видите, я не гадя, оказывается. Я иду верно. Блин, как же найти дорогу-то обратно будет? Ну ладно. Тетя Маша не из тех, кто бросает что-то на полпути. Конечно, наверное, надо было подрезать раньше, но мне сказали корейские хендлеры, что нужно подождать до года. Но, видите, сейчас не поменялось ничего, поэтому ищу пути. Офигеть, конечно. Вон там трущобы. А здесь все прям так, простите, извините, прям цивильненько. А? Нифига себе. Прям Арбат. Меня еще, знаете, что смущает вот в таких постройках? Что нету никаких магазинчиков рядом. Ни 7-Eleven, ничего. Смотрите, как красиво. Прям как гостиница. Круто. Мне нравится. Но то, что нет магазинчиков, мне нравится. Я нашла клинику. В каком красивом месте она расположена. А, собачка. Сейчас гавкать будет. Смотрите. Магнолия уже расцвела. Тихо. 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 Ну что ты? Блин, несоциализированная собака. Пошли. Смотрите, какая здесь красивая кошка сидит. Собаченьки уже с ее понюхали. И никто не гавкал, да? Яра, красивая мяу, да? Ребят, ну как здесь все чистенько и красиво. Котик, котик, а ты кем работаешь? Яра. Уже залезли, да? Запрыгнули посмотреть котика. Все так чистенько, там вход на второй этаж. Вот. Потихоньку, потихоньку можешь получить трамбюлей. Все, хватит. И пути. Нам сказали подняться на второй этаж. Поняла. Пошли. Как здесь красиво. Йоги комджансеги. Сейчас нам надо ее взвесить. Пошли, Яра. Иди. Смотрите.
красиво здесь. Всякие статуэточки. У нас, кстати, тоже есть такой слоник, да? А Яру унесли делать снимок зубов. Все, ребят, получили консультацию, бежим домой. У меня сегодня урок корейского. В общем, доктор сказал, что не получится подрезать десну, там бла-бла, бла-бла-бла. В общем, позвоню Анжелике и с ней обязательно проконсультируюсь с другими девочками, что лучше сделать. Нет, конечно, то, что говорит доктор, и для меня более авторитет, потому что это доктор. Пися, да ты мой сладенький. Мама бежит, не видит, что ты писал. Вот. Поэтому нелегко, ребята, жить выставочной собаке. Все должно быть идеально, хорошо и прям вот как надо. Прорвемся. А у нашего эгоистика начался зубопад. Смотрите, он уже один вылез, постоянный. Вот этот вот я только что выдернула. И, блин, вот этот шатается. Вон он. Одна не могу пока его оторвать. И наверху. Вот, смотрите как. Сейчас, подожди. Вон, видите, как зубки уже разошлись все. Для того, чтобы было место для постоянных. Вот так, видите, как вот эти стоят клыки. Вот так должны встать постоянные клыки. Тогда все будет хорошо и пойдем на выставку. Да? Красивая собака. Скажи, ты замучила, скажи, меня уже своими зубами. Ну, я ж переживаю. Если будет неправильный прикус или еще какие-то косяки с зубами, то все, продавать тебя буду. Вот он, видите, какой малепусенький зубчик. Прям маленький-маленький. Да, ты молодец. Что прилипло? Ку-ку. Размотала ушко. Ушки завязываются для того, чтобы они ровненько встояли и чтобы не подвисали. И вот здесь вот тоже надо будет поменять ему эти вкладочки. Что это у тебя такое? Тут все поприлипло. Шерсть Ларина. Дядька Зи уже устал. Тетечка Зи задолбала меня, мама. Вот видите, это такие из лейкопластыря клеятся, и внутрь вот такая пластмассовая, такая, как это сказать-то, палочка, вот, чтобы ушки держались. Это нужно для того, чтобы, когда собака, они же складывают вот так ушки, чтобы внутри вот здесь не было заломов, чтобы ушки прям ровненько стояли. Пусть ушки отдохнут. Да. Ну, прости, я же показываю подписчикам. Все? И что это, скажи, такое? Все, ой. Покажу на примере Ярика. Смотрите, видите, у нее вот здесь вот такая складочка в ушках. Она постоянно вот так ушки складывает, и образуется эта складка. Вот для этого нужно лепить в уши специальные вот эти вот прокладочки, чтобы у собаки выработалась привычка не складывать ушки, чтобы они просто всегда вот так вот прямо стояли. Вот, потому что для выставки, конечно, желательно, чтобы не было такой складочки, чтобы это было эстетичнее, красивее. Вот, я об этом не знала, ну или мне лень было, в общем, я ей не делала. У нее и так хорошо уши стоят, но вот эта складочка появилась, и я об этом не знала. Но это ничего страшного, это не дисквал, это все хорошо, просто складочка на ушки. Ты что ж пишешь? И вон, видите, какие у нас зубки? Видите, вот так, когда этот клык между этим клыком стоит, видите, вот так, это называется прикус ножницы. Вот такие должны быть, такой должен быть прикус правильный у собаки. Ну и зубки должны стоять ровненько. У нас, конечно, не супер идеальные зубы, но это в стандарте, и все хорошо. Красавица. На выставку пойдем? На выставку пойдем? Конечно. Мы собираемся на выставку. Ну и притащила кубика для сравнения.
У Кубы тоже есть такая складочка, потому что он ушки складывает. А зубы у нас вообще прям идеальные. Это называется Голливуд. Смотрите. Нечищенные, конечно. Блин, плохая я мать. Видите, вон какие ровненькие. Красивые. Да? Даже у Миланы таких не было. Да. Молодец. Кто прибежал? Кто это прибежал? Все собаки прибежали. Ну-ка скажи, что вы там с нашим Кубой делаете? Да, эгоистик. Вот и тебе нужно поменять зубы, как у Кубика. Понял? Обязательно поменяй хорошо зубки. Еще раз поймала. Посмотрите, какие шикарные уши. Вот такие красивые уши. Эгоистик. У тебя? Я скажу, красивый буду мальчик, да. Очень я хороший. И людей люблю, да. Зубы только поменяй хорошо, ладно? Кто там? Нету там никого. Охранные собаки. Фу. Хороший мальчик. Видите, какие ушки. Красивый? Да. Ты красивый. Красивый? Фу. Ну, тихо. Гавкалка такая. Все, тихо. Нету никого, нету. Кубик на малого рычит постоянно. А он к нему подлизывается, подмазывается. Ну, блин, боюсь, что потом будет трындюлей Кубе давать. Потому что он моложе, красивее. Вот. Не старички. Старичочки, конечно, будут проигрывать молодым. Поэтому пока он пытается к Кубе подлезть, да? Скажи, Кубичка, не ругай меня, играйся со мной. Подревновывает, конечно, Кубенька, но я слежу. А Ярик лучше всех играет с эгоистиком. А Лоли в клетке. Потому что Лоли сейчас нельзя бегать с мальчиками. Сегодня у нас погода очень ветреная, прохладненько. Поэтому на речку мы с собаками не пойдем. А я решила просто прогуляться по району, походить. Друзья, смотрите, просыпаются розы. Через несколько дней здесь будут цвести огромные кусты роз. И будет очень-очень красиво. Даже то, что у нас трущобы вроде кажутся какие-то серые, неказистые. Но из-за этих роз будет просто волшебно. А это азалия начинает цвести. Боже мой, как я люблю весну в Корее. Все в цветах, все. Даже какие-то, я не знаю, страшные закоулочки. Везде цветы. А вот эту лестницу, наверное, вы уже многие знаете. Мы тут часто ходим. Я тут часто снимаю. А вот здесь будет виноград. Потом ближе к осени прям гроздья висеть будут. Смотрите, какое дерево. Все такое завилось уже. Но что-то мне кажется, что, возможно, винограда не будет. Что-то засох он. Вот так вот он по дому плетется, плетется. Но, по идее, уже должны быть листики. Хотя нет, смотрите, вон. Есть живые ветки. И, наверное, все-таки не замерз он. Смотрите, а здесь тоже цветут деревья. Я не знаю, как они называются. Но это не вишня. Вообще, это красиво, конечно. Вон, везде, где есть немного земли, что-то обязательно растет и цветет. Друзья, помните, я снимала вам вот этот вот заброшенный, полузаброшенный дом с вот таким вот там срачем. Кстати, машину, видать, выкинули. Непонятно вообще, когда ее отсюда заберут. В общем, я узнала насчет этого дома.
вот эти вот дома уже, видать, квартиры выкуплены государством и застройщиками, и поэтому они стоят бесхозные и нету там людей. Ребят, смотрите, вот это да. Сейчас я вам покажу, насколько огромные это цветы. Смотрите, вот моя рука. Вот он. Офигеть. Огромный цветок. Вон. Офигеть. А знаете, какой запах? Вообще прям пахнет, знаете чем? Как будто сиренью, что ли. Вот такой вот запах. Офигеть. Красота какая. А вот, кстати, друзья, смотрите. Здесь убрались на первом этаже. Всю эту помойку поубирали. Но надо же. Видать, видели, что люди здесь с камерами ходят. И решили прибраться. Молодцы. Еще зайду, проверю, посмотрю. Пойдемте тут посмотрим. Тут тоже цветут цветы. И, блин, видать, оттуда скинули всю помойку сюда. По-моему, ее сейчас здесь еще больше стало. Охереть, конечно. Конечно же, пакетик с какашечками я туда кидать не буду. Донесу до дома. Но, блин, это жесть. Сюда можно прекрасно было бы машину поставить. Оттуда тык-тык-тык-тык-тык, машина бы заехала и здесь бы встала. Ой, блин, капец, конечно. Ну да, вот эти вот все квартиры, вот видите, вот они. Здесь их окна. Это все уже выкупленные квартиры, поэтому они не жилые. Друзья, конечно же, я прочитала все комментарии, где вы мне писали про то, как я бродила, ходила по нашим трущобам. Ой, смотрите, видите, это вот так вот выкинули шкаф. И налепили на него стикер, потому что без стикера такого никто не заберет. Стоит, сколько стоит? А вот 3000 вон стоит выкинуть вот такой вот шкаф. Так, а здесь вот кровать. Без ничего прилепленная. Наверное, прилепят позже. Так, ну вот о чем я говорю. Что почитала ваши комментарии, что вам очень понравилась моя бродилка по нашим трущобам. Я обязательно оставлю на этот влог подсказочку. Вот, посмотрите, если кто не видел. И я думаю, что можно еще сделать одну, да, бродилочку. Ребят, как думаете? Кстати, ребят, к вопросу о том, как тушить дома, если вдруг будет пожар. Смотрите, видите, вот такие желтые штуки. Они стоят на крышах домов, ну, не на всех, конечно, на некоторых. И вот, если будет пожар, они открываются, и дом заливается водой. Смотрите, ребят, а это то, почему я очень-очень скучаю. Это сирень. Я помню, когда мы были маленькие, мы находили пятилистник, да, пяти или сколько там их было, по-моему, пяти, и съедали. Типа загадывали желание, и оно сбывалось. Не помню, что я там загадывала. Наверное, чтобы меня какой-нибудь мальчик полюбил. Или кто-нибудь записочку написал. Офигеть. И еще я очень люблю черемуху. Очень. Мало того, что я ее очень люблю кушать, я ее готова есть до посинения. Когда мы в деревню ездили, я тупо сидела целыми днями на дереве и ела черемуху. И я очень люблю еще запах черемухи. Подскучаю. Вот поэтому я очень скучаю. Все, друзья, я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравился этот влог. Обязательно пишите комментарии и ставьте лайки. И подписывайтесь на наши социальные сети. Это ВКонтакте теперь уже и Телеграм. В Телеграме у нас почти 12 тысяч подписчиков. И мы там все болтаем, разговариваем, присылаем фоточки. У нас есть еще там прикольные стикеры с Миланкой и со мной. Инстаграм. Всем пока! Подписывайся, лайк, у нас есть Инстаграм. Пока!